Да, сейчас я видос запишу кусочек. Вот это, Серега, так смотри, вот это родной радиатор, и он прилепливается к вот этой говноте. Вот и весь отвод. Вот такая херня. Сейчас я тебе вайбер отошлю видосик. Ага, давай. Приветствую, друзья. Решил здесь заменить радиатор. Вот такой ТВ-бокс у меня. Вот эта коробка, которая делает смарт-ТВ. Превращает смарт-ТВ в обычные телевизоры. У меня А95. Я уже ролик показывал по поводу него. Ну, гад греется до 80 градусов. Вот. И начинает лагать. Смотрел я ролики, рассказывает, мол, да ничего страшного. Но как бы никогда не помешает. Тем более я разобрал, посмотрел, как они это все зачудили, китайцы. Значит, внизу там такой небольшой радиатор. Маленький. И через термо вот такую дерьморезинку вот это все крепилось сюда. И потом как-то там отводилось тепло. Мало того, что вот эта железка, которую они использовали как радиатор, она не алюминиевая, она железная. Вот. Поэтому я взял радиатор нормальный, взял термоклей. Приклеил, сейчас он засохнет. Такие вот характеристики у OpenBox, у Nextbox, вернее. Вот. Оперативки Gigabyte, 4-ядерный процессор. Вот. Значит, что я сделаю? Здесь вырежу аккуратно отверстие под радиатор и закрою. Вот. И потом покажу. Ну, в общем, до 80% доходила температура. Я думаю, в таком положении будет все нормально. Так, вот так я сделал. Получилось достаточно аккуратно. Прям как родное. Такая вот, так будет стоять ребра. Посмотрим сейчас, как оно будет греться. Я думаю, уже будет нормально. Вот это во мне кусок железячки. Так, ну все, поставил я, включил. Сейчас тесты запущу. Ну, аккуратно выглядит так, в принципе. На радиаторе стоит. Значит, до 80 у меня поднималась температура. Ну, в смысле, не у меня, а у этой приставки. Сейчас стабильно вот 70-72. Даже меньше. Сейчас запущу тест. Надо было показать видео, как что раньше он показывал. Ну, в принципе, будете верить мне на слово. Вот такая вот программа, Drop Test, по-моему. Она показывает нагрузку максимальную на процессор. Вот, старт. И у меня вот что было. Так, видим, да, 100%. Небольшая просадка. Так вот, до добавления радиатора этого нормального у меня появлялась, получается, падала производительность до 60%. До 60%. И были красные полосы. То есть, из-за перегрева производительность процессора падала. Причем существенно. Вот у нас здесь 4 ядра. 1, 2, 3, 4. Вот каждая из ядер, в принципе. Так, вот сейчас небольшие пошли просадочки. Но, по идее, это должно выравниваться уже. Вот. То есть, радиатор полностью справляется со своей задачей. Все, опять поднимается производительность. Вот у нас. Так что обязательно стоит добавлять радиатор. Без него никуда. Радиатор обязательно нужен. Всем спасибо за просмотры. Кому было полезно это видео, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Всего доброго. 7.3. До свидания.